такое галдёж происходит с утра пораньше. Так, давайте с вас начнем. За ночь все съедают. Да подождите, подождите. Так, вот. С ними нужно прям с самого-самого-самого утра вставать. Потому что очень рано они долго не ждать не будут. А вы что, не голодные, что ли? Что это такое? Чуть не поняла. Зачем я в 6 утра встала? Так. Почему мы не едим? Вот эти голодные сразу видно у меня орут. Ходят. Надо же, а у этих, может быть, был корм вчера, может быть, я много насыпала, потому что я вечером на ночь полную насыпаю, обычно съедают. Смотрите, вообще ни один не клюет. Что это такое за беспредел? А эти видно, что такие голодные. Так. И эти голодные, а эти? Так, вода. Так, все. Так, один есть, будем ловить его. Всем привет! Вот все сегодня разлетались. У нас сегодня дождь ночью был. Здесь сделали перегородку. Сыпали опилками. Я думаю, места будет предостаточно. Да, вполне. Здесь кормушка, здесь поилка для всех цыплят. Сегодня у нас переезд. И сегодня мы объявляем официально переезд цыплят в курятник. Сделали... Большой, на большую землю. Да. Сделали специально, вот через сетку они могут, во-первых, пролезть, а те их заклюют. Да и так, если честно, будет теплее им. Ну, конечно. Нигде не дует, ничего, все закрыто, лампы есть, если холодно, под лампы лягут. Если жарко, то они где-нибудь здесь будут тусить. Я думаю, я считаю нормально. Только знаешь, один минус, надо вот это вот побольше, чтобы здесь вот проходики, чтобы они могли вот сюда лечь, допустим. Да, они, как правило, будут вон там лежать. Где? Там? Вон там. Думаешь? Да, уверен. Просто вот сюда чуточку так вот. Вот так. И это тоже вот так. Вот так. Вот, чтобы они здесь могли лежать, тусить. Ну все. Все, пошли их переносить. Они там без лампочек сидят. Да? Уже с ума сходят. Так, все доели здесь. Все доели. И те практически все доели. Ну все. Переезжаем. Я думаю, не сразу всех, понемногу там. Ну да. Ой, сейчас будет скрипно. И ты здесь, да? Потом нам покажешь самого крупного. Самый крупный? Да. Посмотрите, какой он красивый. Прям орел. Ага. Подожди, лапу покажи, лапу. Смотрите, какие у него лапы. Тебе от петуха досталось, да, это вся красота. И он сам по себе, видите, какой крупный. Рушан, вот сейчас по хвостику можно понять, кто он, курочка, петушок. Курочка. Курочка? Да. А вот этот черненький получается петушок, да? Да. А вот эти три курочки, да? Да. Это тоже курочка? Да. Ой, подожди, смотри. Хохолок. А! Паулин прям. Ага. Курочка. Еще смотри. А это? Курочка. Опа. Курочка. Ой, длинношейная моя. Привет. Ой, какой буйный, кстати.
петушок, по-моему. А, не курочка, а петушок черненький. А все, мы же этих перенесем, потом закинем, ты успокоишь меня. Да, давай. Вон, видите, самый крупный. Одну закрыли, там заклеено. Так и развалилась коробка. И потом мы будем по двору бегать их собирать. Так, как говорится, вернулись туда, откуда появились. Почему? А, то что яйца прятники? Ну да. Ой, какая красавица. Да, курочка, какая красавица. Блин, надеюсь, они здесь не замерзнут. О! Ну же, смотри. Крышан, смотри, они повыпрыгивают отсюда. Куда они далеко не выпрыгнут? Сюда перепрыгнут. Не. Ты такой красавец, ты красотка. Ого, что-то. Блин, не рановато, они погибнут, они точно да, здесь? Нет, не погибнут. Что-то смотри, тут прям это просто, что место новое. Новое место. Этот, новый... видишь, такой поактивнее, смотри. Ну-ка сейчас, подожди, нашу попробуем. Видишь, прячет голову. Так кто вот это? Курица. Что-то там, видишь, курочка. Что-то спряталась туда, я легла еще. Сейчас, подожди, они это, адаптируются. Новое место просто, и все. И что-то вот это быстро адаптировалось, видишь, запрыгнуло сразу. Пошли ну ладно, будем следить, чтобы все хорошо было. Ты смотри мне, тут не летай. Вторая партия. Не поймай, да? Кто это? Петушок. Петушок? Да. Ну да, наверное, петушок. Второй петушок. Петушок. Еще один петушок. Угу. Ну да, это уже третий петушок. Курочка. Еще петушок. Четвертый петушок. Курочка, видишь, она маленькая, но хвостик у нее. Ага, торчит. Вверху торчит. Так, пока 4, да, петушка у нас? Ага. О, там, видите, места и мало они друг на друге. Что, только петушок? Да. Пятый петушок. Ого, сколько петушков-то. Курочка хочет. Шестой. Тоже петушок? Угу. Одни пейки собрались. Курочка. Угу. Курочка рыженькая такая. Знаешь, она на какую курочку похожа, Руш? Да, а подожди, да. Пускай вылезет там. Да, вот эта вот курочка, похоже, я снимала недавно. Вот эти вот полуброверные. Смотри, она какая широкая вот в этом месте. Ага, а это вот и сюда, это. Что, седьмой петушок? Ага. Ого, смотрите, здесь одни петушки. И две курочки получаются, да? Это семь петушков уже. Что-то многовато, да, петушков? Еще возможно, говорю, еще возможно, что... Кто-то перерастет, угу. переродится. Они станут курочками, да? Нет, в плане того, что иногда бывает, опять же, вот эти все признаки, они не дают 100% КПД. Да нет, мне уже похоже, что они видно. Уже. Иногда генетика даже у них зарабатывает. Все, поехали дальше. Угу. Так, все на месте. На месте. А тут видишь, как туда прыгнул Рушан, так и сидит. Да, конечно, это новое место. Характеры, то есть, их разные. Ну, насрать успели. Ну, это уже это начинает двигаться. Надеюсь, не замерзнете. Ну, они уже оперились, они уже не замерзнут. Они создадут. Ой! Летают, представляешь? Друг другу прижмутся. Ну, что ты делаешь? Ого, они летают здесь.
Это точно куры? Да. Ты видел? Угу. Ну, здесь, конечно, места. Много, угу. Хорошо. Это не по сетке, блин, ходить. Они и покопаться здесь могут. О, раздолье. Ну, мне кажется, даже для этих, для них и для тех еще места тоже маловато, да? Но более-менее. Ну, лучше, чем там. Угу. Нэнси стоит, подглядывает. Нэнси! Вот мне интересно, тот чупатый. Курочка или петушок? Ну, здесь еще не совсем понятно. А, эти еще совсем мелкие, да? Ну, вот видно. Так. Ой, попрыгивает. Первый пошел. Это самый последний. Который... Самый мелкий, да. А, у которого с попкой были проблемы? Вот одного мы смогли вылечить. Так, вот это, по-моему, тоже. А это курочка. Курочка. Так, это кто? Курочка. Тоже курочка. Без хвостика. Восьмой уже? Угу. Давай, еще одного еще пойдем. Это что? Курочка. Курочка. Не закрывай. Да, да, вот она. Курочка. Вот, посмотрите, какая у него прическа. Ты такой красавчик, у него как шапочка сверху идет. У нее. У нее, ну. Забились туда. Ну, сейчас они боятся новое место. А помнишь, когда мы кур, когда мы поменяем здесь опилки? Угу, а как мы их загоняем обычно? Ну, да, они что... не идут на опилки. Нам приходится загонять. Угу. Мы же для них так же. Конечно. Тут им-то хочешь, не хочешь, их-то засунули силой. Две курочки. Вроде курочка. А, нет, петушок, курочка. Курочка, 10, значит. И вот сейчас
почистить, помыть все. Порядок навести. Обрудили, пусть здесь сидят уже. Ну, а да. Когда они уже начнут подрастать, их можно просто рассадить по клеткам. По 5, по 6 штук. Угу. Да. Все. Остаетесь в тишине. Вот они спокойно, да, вроде такие? Ну, потому что мало маленькие. Вообще на ходу спит. А эти, да, эти буйные. Шумные. Страшно им, пошли им страшно. У нас здесь крысы не наблюдались. Конечно, есть дыры. Не знаю. Надо пересчитать, Рашан, чтобы знать, крысы есть точно или нет. И что если начнут крысы таскать, нужно будет их убирать отсюда. Но тот цыпленок... Шапочка на голове, конечно, красавица. Первый раз такого вижу. Вот, видишь, они друг на друга. Что страшно, да, еще? Угу. Не из-за того, что холодно, да? Нет, пока страшно. Угу. Пыльно так из-за опилок. Вон он стоит. С шапочкой. Такой красивый. Первый раз такого вижу. Я еще не видела таких цыплят. Вроде бы дружненько, да? Они для всех получается сейчас шок, поэтому. Даже не я, да. Они же начинают, видишь, в опилках ковыряться. Видишь? Угу. Поймали. Так, ну все, сейчас мы их пересчитаем, запишем, сколько у нас цыплят. И будем смотреть, будут ли они у нас вообще пропадать. Если будут пропадать, надо будет что-то делать. Потому что видишь, Руша, вон там тоже какие-то дыры. Ты хоть замажь эти дыры, все равно крыса есть. Крыса, она, если не надо, она залезет. Посчитала я цыплят. Знаете, как я их посчитала? Я по видео посчитала, когда вот в коробке мы складывали. Я посчитала. Получилось 42 цыпленка, Рушан. 42. Угу. Вот видите, для нас тоже наши видео очень много значат. Так что мы их не только для вас снимаем, для себя тоже. Ну, конечно, для своих родственников. Прошел уже где-то час. Хочу сейчас посмотреть, как они там себя чувствуют. Никто не улетел, интересно. Никуда. Так, где они толпятся, интересно? Угу. Вот где, да? Все нормально. Никто никого не заклевывает. Это самое главное. Все отлично, все нормально. Конечно, вот с этим Петей, с нашим, они прям такие манюни, да? Вы манюни такие? Все нормально.